Вперед, впереди, а какой удар, Ноэ! И давай, бей! Короче говоря, я решил заняться спортом. Это был понедельник. Заиграл будильник. Я выключил будильник, скинул одеяло, встал. У меня потемнело в глазах. Я прилег. Я медленно встал. Четко. И я готов. Я пошел умываться. Открыл воду. Сильно холодная. Сильно горячая. О, в самый раз. Умылся, принял душ, почистил зубы. Я начал делать зарядку. Раз, два, три. Я подустал. Надо отдохнуть. 5, 10, 15 минут. Стало скучно. Репостнул себе музыку для тренировок. Включил музыку. О, Рокки. Да, это оно. Я полон сил. Я продолжу. Начал отжиматься. Раз, два. Я не доделал второй раз. Отжиматься мне еще рано. Я встал на весы. 80. Ничего, скоро будет 60. Вспомнил. Спортивное питание. Пошел на кухню. Решил сделать фреш. Апельсинов не было, была картошка, свекла, лук. О, яблоко. И я подумал, придется мыть соковыжималку. Просто съел яблоко, считай тот же фреш. Нашел в холодильнике молоко. Сделал спортивно-молочный коктейль. То, что нужно. У меня забурлило в животе. Яблоко, молоко. Я осознал, что сделал. Выпил таблеток, продолжил заниматься. Я взял гантели. Начал качать бицуху. Раз, два, три. Хватит. Я достаточно прокачал бицуху. Я доволен собой. Я подумал, время идти на пробежку. Да, все крутые спортсмены делают пробежку. Я начал одеваться. Одел браслет, одел пояс, выпил жиросжигатель. Я слышал, оно тоже помогает. Одел носки, футболку, костюм. Все Nike. Это важно. Выхожу, вспомнил. Я забыл про подштанники. Я подумал, вдруг я встречу Машу, а я в подштанниках. Не, я сильный, пойду без подштанников. Я вышел, я начал бежать. 10 метров, 20 метров, 30 метров. Я устал, хватит. Воздух был холодный, у меня заболело горло. Надо правильно дышать. Меня обогнал какой-то тип. Неприятно. Ну ничего, я просто хорош на коротких дистанциях. Увидел турники, размял руки. Еще и еще появилась одышка. Нельзя себя так нагружать первый день. Пошел домой. Решил не ждать лифта. Пошел пешком. Один этаж, два этажа, три этажа. Я подустал. Мне еще рано так много заниматься. Все, я дома. Включил телевизор. Показывали час пик с Джеки Чаном. Нельзя останавливаться. Я же спортсмен. Решил набить кулаки. Начал бить кулаками в стену. Это жестко, но я спортсмен. Пришла соседка. Я извинился. Лег прокачать пресс. Вздремнул. Ничего, это спортивная усталость. Решил посмотреть Евроспорт. Показывали бокс. Вес боксеров 80-85. Я понял, я создан для бокса. Я одел бинты, одел капу, одел перчатки. Я начал повторять удары. Один удар, два удара, три удара. Я потянул руку. Бокс не мое. Вспомнил, у меня сильные ноги. Кикбоксинг. Точняк. Я начал повторять удары. Один удар, два удара, три удара. Я ударился об стол. Больно, очень больно. Я сильный, я терплю. Не могу пошевелить пальцем. Я вызвал скорую. Я сломал палец. Короче говоря, я решил заняться спортом.